неотразимое. Здравствуйте, я Валерия Путицкая, уроки балетдэнса. Начнем с разминки. Разминка необходима для того, чтобы разогреть мышцы тела, которыми мы будем работать. Помогать нам будет Арсен Израилов. Давайте начнем. Ноги на ширине плеч, ручки в сторону. Работаем бедрами вправо и влево. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь работаем бедрами вперед-назад, вперед-назад. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Соединяем движение вместе и работаем круг сначала вправо, а затем влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. А теперь грудная клетка. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В сторону. Вправо, влево. Вправо, влево. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь из стороны в сторону. С добавлением вверх и низ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поставим руки к грудной клетке и будем работать головой вправо-влево, вправо-влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! А теперь наклоны головы вправо, назад, влево, вперед на два счета. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь повороты головы сначала вправо, а затем влево. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наклоны к ноге. Ножку вперед. Наклоняемся к ноге. Осаночку держим. И раз, два, три, четыре. Поменяли ножку. Носочек тянем. Коленку не сгибаем. И раз, два, три, четыре. И под музыку. И а теперь руки. Сначала правая. Запястье. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь локоть. Наверх-вниз. 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 И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь плечо.
Повороты плечом. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Левая ручка, запястье. Наверх, вниз, наверх, вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Локоть. Наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Плечо. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И обе ручки вместе. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! После разминки мы можем приступить к изучению нового движения. Сегодня мы разберем с вами восьмерки. Сначала изнутри, горизонтальная, и вовнутрь, горизонтальная. Ноги на ширине плеч. Следим за корпусом. Руки в сторону. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Следите за тем, чтобы грудная клетка не работала вместе с бедрами. Бедра должны работать отдельно от верхней части тела. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Побыстрее. Раз, два, три, четыре. И горизонтальная восьмерка изнутри. Тоже ножки на ширине плеч. Отводим бедро в сторону. Раз. По диагонали. Отводим в сторону. Следим, чтобы не работала грудная клетка. По диагонали. Отводим в сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь давайте соединим горизонтальные восьмерки. Сначала вовнутрь, а затем изнутри. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вертикальные восьмерки. Сначала изнутри, а затем вовнутрь. Ножки вместе. Поднимаем правую ногу на носочек. Поднимается бедро. Отводим бедро в сторону. Опускаем ногу на пяточку. Бедро вниз. Сразу же поднимаем левую ногу на носочек. Бедро наверху. Отводим бедро в сторону. Опускаем ногу на пяточку. Бедро опускается. Раз, два, три. 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 Колени в этом движении мягкие. Следите за тем, чтобы они, в исходное положение колена, было чуть-чуть присогнуты. Наверх, в сторону, вниз. Наверх, в сторону, вниз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее движение – это восьмерка вовнутрь. Мы также поднимаем бедро наверх, но ведем его теперь уже не в сторону, а вовнутрь. И опускаем вниз. Наверх, вовнутрь. Опустили. Наверх, вовнутрь, опустили. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А теперь давайте соединим сначала
вертикальную восьмерку изнутри, а затем вовнутрь. Руки в стороны. И раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, четыре. Давайте разберем связку, которая войдет в наш танец. Руки в стороны. Мягкие коленки. Поднимаем бедро. Отводим в сторону. Опускаем вниз. Правая, левая. Правая, левая. И присаживаемся ниже, ниже и ниже. Встаем вертикальной восьмеркой вовнутрь. Раз, два, три, четыре. Добавляем к этому движению движение рук из нашей разминки. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. 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 Не расстраивайтесь, если сразу у вас что-то не получается. Выполняйте движения самостоятельно, и победа не за горами. До свидания. Отразимое. Здравствуйте, я Валерия. Уроки балетдэнса помогут вам отвлечься от домашних хлопот и рабочих будней. Начнем разминку под ритмы Востока. Играет на дарбуке Арсен Израилов. Давайте начнем. Ноги на ширине плеч. Ручки в сторону. Работаем бедрами вправо и влево. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь работаем бедрами вперед, назад. Вперед, назад. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Соединяем движение вместе и работаем круг сначала вправо, а затем влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.
теперь грудная клетка. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В сторону. Вправо, влево. Вправо, влево. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь из стороны в сторону. С добавлением вверх и низ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поставим руки к грудной клетке и будем работать головой вправо, влево, вправо, влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! А теперь наклоны головы вправо, назад, влево, вперед на два счета. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь повороты головы сначала вправо, а затем влево. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наклоны к ноге. Ножку вперед. Наклоняемся к ноге. Осаночку держим. И раз, два, три, четыре. Поменяли ножку. Носочек тянем. Коленку не сгибаем. И раз, два, три, четыре. И под музыку. И а теперь руки. Сначала правое. Запястье. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь локоть. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь плечо. Повороты плечом. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Левая ручка. Запястье. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Локоть. Наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Плечо. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И обе ручки вместе. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! После разминки мы можем приступить к изучению нового движения. И мы будем заниматься с вами волнами. Верхней волной и нижней волной.
Начнем с верхней волны. Левую ногу вперед, правую ногу назад. Впереди нас стенка, позади нас стенка. Работаем верхом живота, низом живота. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Выведем вперед правую ножку и назад левую ногу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следите за тем, чтобы вместе с животом и бедрами не работала грудная клетка, плечи и голова. Стараемся держать грудную клетку на месте и статично. Соответственно, работа идет живота и бедер. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующая волна нижняя. Зажимаем бедра, ягодицы, втягиваем живот, низ живота и касаемся стеночку сначала низом, потом верхом. Параллельно полу отводим бедра назад и возвращаемся в исходное положение. Низом, потом верхом. Опять низом и верхом. Раз, два, три, четыре. 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 А теперь давайте попробуем поочередно. Сначала верхняя волна, затем нижняя волна. Ручки развели в сторону. Раз, два, три, четыре. Зажали. Раз, два, три, четыре. И. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь давайте попробуем поочередно. Сначала верхняя волна, затем нижняя волна. Ручки развели в сторону. Верхняя, нижняя. И раз, два, три, четыре. А теперь давайте разберем связку, которая пойдет в наш итоговый танец. Стоим на правой ноге. Левая нога стоит на носочке. Разворачиваемся корпусом, поднимаем грудную клетку наверх, следим за осанкой и за подбородком. Руки в сторону. Верхняя волна. Раз, два, три, четыре. Зажали бедра. И нижняя волна. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Верхняя. Раз, два, три, четыре. Нижняя. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Приседаем. Раз, два, три, четыре. 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 Переходим на левую ножку через приседание и работаем волну руками. С правой руки. Раз, два, три, четыре. 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 Перешли на левую ножку и работаем верхняя волна, нижняя волна. Раз, два, и раз, два, и раз, два. Раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не забывайте про осанку, горящий взгляд и улыбку. Увидимся на следующем занятии.